Всем привет, ребята, с вами Рони, и сегодня мы с вами посмотрим на новый твит, который твитнули сами разработчики AdoptMe. Да, то есть, сейчас себе ресторан танцевать, вот, все. Сейчас мы с вами пойдем в Твиттер и посмотрим то, что они твитнули. То есть, я думаю, вы уже поняли все по превьюшке, потому что это видео окажется очень интересным и очень информативным. Ну что, итак, погнали. Ну что, ребята, мы с вами уже на привычной нам... картинки, да, ну, Твиттере AdoptMe. Так, идем чуть ниже и видим с вами такой вот пост. Ну, то есть, что через 24 часа у нас появится новое обновление, то есть, такси и Island House Update. Да, ну, вот, видно, что тигрики уходят, значит, и обновление будет уходить. Так, пролистываем тогда чуть ниже и видим с вами такое видео. Давайте посмотрим. Так, ну, оно будет, наверное, очень интересным. То есть, вот, у нас будет очень много таких такси. Целых два. Наверное, они будут продаваться там, где и геликоптеры у нас продавались, по-моему. Ну, где-то там. То есть, возможно, мы будем подвозить своих друзей, а нам за это будут давать баксы. Вот, мы видим, что мы подвезли друга, а нам за это дали баксы. То есть, очень большой и очень крутой способ подзаработать. То есть здесь у нас портал, который ведет нас на тот самый остров, который мы видели в том видео. Вот. То есть у нас появится новая мебель, чтобы мы могли строить у себя дома. Вот. Тот самый портал, чтобы мы могли обратно возвращаться в город. Ну, а вот это все вещи, которые у нас появятся. То есть очень много всего разного. Да. Так, ну, смотрите, мы можем теперь вот эти вот блоки поднимать наверх. То, что нам и очень нужно было для строительства. То есть для меня это очень сильно важно, а я никак не мог их поднять вверх. Только если облокотить об стенку и поднять. Ну, а так, то есть вот эти вот такси будут стоить 350 робоксов. А Sandhouse этот бокс будет... О, вот этот вот домик новый будет стоить 2250 баксов. Это очень мало, ну, для меня, потому что я играю в AdoptMe очень долго, и возможность подзаработать у меня очень много возможностей, да. Ну, то есть, вот так вот, да, снизу ничего нет, да? Ну, вот, типа, уходит уже это обновление, ну, оно уже ушло, мы с вами уже увидели там в начале видео. Ну, вот так вот, то есть, будет где-то в... Не знаю, во сколько время. Ну, как обычно, где-то вечером AdoptMe выпускают свои обновы. Ну что, ребята, вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и всем желаю хорошего настроения.